Тушки, я наконец-таки встала на ноги. И вот хочу вам показать, откуда мы зашли. Вот стоим на этой горе. Блин, я никак не могу, понимаете, радоваться, потому что мы стоим просто на какой-то вообще ужасной горе. Вот. Значит, вот там, вот смотрите, вот там, где домик вот этот. Сейчас покажу вам. Вот видите домик там, да? Вот там было... Час мы шли. То есть час мы шли вот практически вперед, вот по 90 градусов, да? Вот. Потом вот здесь я сделала первое видео. Вот где вот эта крыша. Там домик, да? Вот там какие-то тоже, видите, растущие дома. Кстати, рядом. Я что-то там не увидела, кстати. И вот идет вот этот за дорожка. И вообще все люди останавливаются у этого монастыря, видите? А мы, как два дурака, пошли вверх. Причем вот не так вверх пошли, вот как здесь, да, вот. А мы в обход, там же никак нельзя, там же отвесно идет. Но он сказал, он бы забрался, ну понятно, господи, что. Вот, и вот мы вот тут шли где-то примерно, вот там. И знаете, как было тяжело вот этот отрезок отсюда, да, вот до сюда. Это вообще первый раз вот я здесь стала умирать просто. Ну, то есть вот просто, вот, знаете, вот такое чувство, что ты сейчас упадешь в обморок, вот. И вот там еще, кстати, домики прям в земле, кстати. Видите? Вот. Короче, на 2300 стоим, но понимаете, мы начали с 1200 где-то, если не 1100. Вот, то есть вот 1100 метров сделали перепад уровней, и при всем то, что я еще слабая, потому что я начала эту кето-диету. Вот, и... То есть я сегодня даже без капучино, я сегодня только кофе выпила. Кофе не сладкий можно. Ни бриошики, ничего, ничего, вот. И в итоге я съела 2 яйца, вот со вчерашнего вечера до сегодняшнего, до вот сейчас момента, я скажу вам, я съела 2 яйца, и там где-то сыра мы грамм по 50 съели, наверное, вот так вот. Видите, там тоже стены образуются, кстати. И вот там, видите, там они так как складываются, видите, на вершине, да? И вот тут тоже, видите. Вот. Об этом потом мы поговорим, о всем, что это дыхание, не дыхание. Не знаю, может быть, и помогло сегодня мне, потому что, честно говоря, вот этот час я шла, практически не останавливаясь. Это первый раз, и был очень тяжелый подъем, ну просто невероятный. Невероятно тяжелый. Так, и сейчас я там вот видео внизу сделаю, если мы спустимся, благословясь. Так, ну ладно, все, выключаю. Должны спускаться сейчас идти. Ребятушки, все, вот стою я на этой вершине. Очень-очень страшная вершина. Я потом вам сниму снизу, какая она. Пока-пока.